Виктор, что считаете по поводу высказывания Капитанова? Ну, то, что человек, который еще не начал играть в футбол, высказывается о человеке, который две медиалиги выиграл и которого выбирает лучшим игроком турнира. Я думаю, что уровень интеллекта этого человека ниже среднего, и я, наверное, погорячился с вызовом его в сборную. Согласен, Капитанов, ты охуел, что ли?